Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения видного государственного и общественного деятеля Дагестана Магомеда Абуева. В ветеринарном институте прошла конференция. Люди, которые близко знали Магомеда Шамилевича, а некоторые из них были его учениками, собрались, чтобы вспомнить о своем друге и наставнике. Абуев был участником Великой Отечественной войны, прошел путь от Сталинграда до Праги, занимал в республике высокие и ответственные должности, в том числе в 1954 году был министром сельского хозяйства Дагестана. Получил звание заслуженного экономиста РСФСР. С его именем связано и становление агропромышленного комплекса, и индустриализация Дагестана. Конференцию вел зампредседателя правительства Шарип Шарипов. Он отметил, что именно на примере таких ярких личностей, настоящих патриотов своей родины, мы должны воспитывать подрастающее поколение. Конец цитаты. Саватсы на Аласка, Кумыкин на Кумыкстан. 5 языков чисто знают с каждым годом. И самое главное, что сегодня нам говорят, знал каждого чабана в лицо, не говоря уже о председателе колхоза и других работников.